Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня с вами Дмитрий, и добро пожаловать на мой канал, где я говорю о гитарах и о рок-н-ролле. Сегодня я хочу поговорить с вами о струнах. Как часто их менять? Да, струны изнашиваются. Пот от наших пальцев забивается в ряды оплетки и ускоряет этот процесс. Я не буду вам рассказывать средства ухода и прочего обслуживания, потому как сам этого не делаю. Проще, мне кажется, просто сменить комплект. Струны в большом ассортименте представлены на рынке, стоимость их не космическая, так что всегда можно побаловать свою гитару новым комплектом струн. Говорят, в советское время струны кипятили, очищая их от жира и пота. Да и сейчас находятся энтузиасты, которые вместо пельмешек варят себе лапшу из струн. Но это скорее ради интереса и прикола. Хотя басисты практикуют такие дела, потому как басовые струны стоят в разы дороже. Предполагаю, что многие, кто музицирует дома, меняют струну после того, как какая-нибудь струна порвется. Раньше и я так делал. Сейчас я позволить себе не могу, самое неприятное, если струна рвется во время выступления. В среднем звон металлических струн сохраняется около недели, затем понемногу тухнет. И идеальным вариантом, если вы играете активно, будет как раз неделя. У меня есть знакомые, которые меняют струны перед каждым выступлением. Нормально, но струн не напасешься. Для себя я выработал такое правило – меняю струны раз в месяц. Но иногда и в этот период бывают неприятности, струны рвутся. Порванная струна на системе Bixby, которая установлена у меня на гитаре, делает большую подлянку в тот момент, когда рвется. Bixby устроена таким образом, что струны облегают вал. Этот вал соединен с рычагом, а рычаг подпружинен. При качании рычага мы изменяем натяжение струн, что и приводит к красивому вибрато. И вот если струна рвется, то она уже не дает натяжения, и пружина испытывает меньше сопротивления и пытается немного выпрямиться. При этом меняется весь строй. И получается, что если у меня рвется струна, то мне даже не удается закончить композицию, и я остаюсь вне игры. Сейчас я это продемонстрирую и сыграю по всем струнам. Срезаем одну струну, чаще всего рвется первая, вот ее и срежу. Оба! И теперь послушаем, как звучит гитара с оборванной струной. Вот это одна из неприятностей системы Bixby. Хотя в целом система достаточно стабильная, строй не плывет. А вибрато получается певучее и глубокое за счет большой амплитуды рычага. Вот и настал момент замены струн. Я подготовил комплект, пользуюсь я струнами Daddario Pro Steel. Это стальные струны, они дают вроде как более яркий звук. В системах Bixby струны менять немножко сложнее, чем в стандартных гитарах, стратах и телеках. Но это все решаемо, требуется немного более сноровки. Поехали! Струны не снимаем все сразу, а меняем по одной или по две. Сейчас я снял первую и вторую струну, их и заменю. Порожек смазываем графитовой смазкой. Она продается в автомагазинах, стоит недорого. Такого тюбика вам хватит на всю жизнь. Смазка позволяет проскальзывать струне. При качаниях и бендах строй не плывет. На Bixby струна без натяжения выпадает из своего седла, поэтому всегда ее нужно придерживать в небольшом натяжении. Тут и нужна сноровка, чтобы держать эту струну в натяжении. Наматывать я буду вот такой штучкой, она сильно облегчает жизнь, стоит совсем недорого, продается в музыкальных магазинах. Количество намоток на колок не менее 3, но и больше делать не стоит. Первая и вторая струна стоят, снимаю пятую и шестую.
Для толстых струн количество намоток можно сделать поменьше, 2 будет вполне достаточно. Не забываем промазать. Пятая, шестая стоят, остались третья и четвертая. Струны натянуты, излишки срезаем кусачками. Подстраиваем гитару. Теперь самый неприятный момент. Струны некоторое время будут тянуться и не позволяют нам вступить в бой. Слегонца оттягиваем струну посередине, делая небольшую гимнастику и подстраиваем снова. Ну, теперь гитара готова к музыкальным подвигам. Вот, друзья, мы порассуждали про струны. Пишите в комментариях, какой марки вы используете струны и как часто вы это делаете. Я хочу вам пожелать классных гитарных пассажей. До скорых встреч и пока!